Александр Сергеевич Пушкин. Письмо Евгения Онегина к Татьяне Лариной. Предвижу все. Вас оскорбит печальное и тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью? Открой душу вам свою. Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, понимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, гнеть и гаснуть, вот блаженство. И я лишен того для вас, тащусь повсюду на удачу. Недорог день, недорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отчитанные дни, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом все частно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признание, пение, все-все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я вашей воле и предаюсь моей судьбе.